Ну, давайте с самого начала пройдем логику. Все движение целиком. Значит, первый шаг у нас. Мысль удерживает чувство как равную себе форму. При этом не отличает себя от чувства. Чувство опосредует собой переход от качества к качеству. Чувство остается тождественным, и в качестве тождественного опосредует переход от качества к качеству. Именно в этом переходе чувство остается тождественным. Поскольку чувство предметного, форма предметная не дана, то предметно мы имеем тождество места. Удерживая чувство как тождественную себе форму, мы предметно получаем тождество места, которое опосредует переход от качества к качеству. При этом то, что опосредует, а именно чувственная форма или, предметно говоря, тождественное место, то, что опосредует, себе опосредование не заключает. Как мы говорили, оно является непосредственно тождественным. Следующий шаг. Мысль отличает себя от чувства как причину чувства. Только в этом качестве мысль отличает себя от чувства как причину чувства. При этом мысль обнаруживает себя тождеством с собой. Мысль обнаруживает себя тождеством с собой. И как тождество с собой, или как отношение тождества, мысль является причиной чувства. Соответственно, чувство тоже принимает вид отношения с собой или отношения тождества. Соответственно, и качество принимает вид стоящих рядом, одновременно данных. Уже нет перехода от качества к качеству, а есть отношение двух и более качеств. Двух и более качеств. Поскольку отношение чувства с собой тоже предмета не дано, как и простое чувство, тоже есть форма, которая предмета не дана, то предметно мы имеем вещь, обладающую одновременно данными качествами, которая, как теперь говорит, которое первее качество, и, как Игорь говорит, качество находится, или свойство находится в тени вещи. Особенность этой стадии в том, что достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. Мысль обнаруживает себя причиной чувства и обнаруживает как бы чувство как отношение с собой. Эти две достоверности совпадают, род достоверности, где эти две вещи совпадают. Или, иначе говоря, достоверность мысли себя совпадает, достоверность мысли для себя совпадает с причинением, воздействием мысли на чувство. Мысль обнаруживает себя и обнаруживает себя, и одновременно обнаруживает себя как причину. Чувство. Это одно и то же состояние. Поскольку это так, то есть достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли, то мысль должна воспроизводить себя как причину чувства. Иначе она просто пропадет в чувстве. Поэтому способ причинения мысли заключается не только в том, что она
является отношением с собой, но и в том, что она воспроизводит себя как отношение с собой. Чтобы быть причиной чувства, мы должны вновь и вновь воспроизводить. Если мы являемся отношением с собой и в этом качестве причиняем чувство, то мысль должна воспроизводить себя как отношение с собой, чтобы оставаться причиной чувства. Соответственно, и чувство предстает как воспроизводящее себя отношение с собой. И мы имеем эту самую динамичную картину, которую мы, в общем-то, уже обсуждали достаточно подробно. Меня сейчас интересует просто общее, как выглядит общая картина всего движения. Соответственно, мы имеем динамическую картину, где мысль воспроизводит себя как отношение с собой, тем самым воспроизводит чувство как отношение с собой, тем самым производит отношение качеств или отношение свойств, переход от двух к трем, от трех к четырем, от четырех к трем, от трех к двум и снова от двух к трем и так далее. При удержании одной единственной вещи, которая относится отношение свойств. Которая относится отношение свойств. В этом мы увидели отличие классической картины, субъектно-предикатной, классической логики, где один субъект, одно свойство относится к субъекту. Потом другое свойство относится к субъекту. И чтобы понять отношение одного свойства к субъекту, не обязательно знать и помнить об отношении другого свойства к субъекту. Чтобы знать, что кусок сахара белый, мы говорили, не обязательно знать, что это кусок сахара сладкий. А в нашей картине совершенно другая ситуация. Предикатом является отношение свойств. Субъектом является вещь, как и положено, а предикатом является отношение свойств. Следующий шаг, третий шаг. Первый – тождество места, второй – вещь. А третий шаг, в чем заключается? Он заключается в том, что предыдущий шаг заключается в том, что мысль воспроизводит себя как отношение тождества. И в этом качестве является причиной чувства. Но мысль не знает себя как воспроизведение. Мысль не знает себя, не осознает себя как воспроизведение отношения с собой. Или, иначе сказать, мысль не знает, не осознает воспроизведение как воспроизведение. Мысль не знает воспроизведение как воспроизведение. Мысль воспроизводит себя как отношение с собой. И мысль знает себя как отношение с собой. Что мысль знает? Мысль знает себя как отношение с собой. Это безусловно так. В этом качестве она является причиной чувства. Но мысль не знает воспроизведение как воспроизведение. То есть воспроизведение отношения тождества как воспроизведение отношения тождества. Или, можно сказать, так, мы сознаем себя причиной чувства, но не сознаем себя причиной себя. Мысль сознает себя причиной чувства, но не сознает себя каузой сути. А что значит, что мысль сознает воспроизведение как воспроизведение? Это значит, что один шаг воспроизведения становится рядом с другим шагом воспроизведения. Одно построение отношения тождества, отношение мысли с собой, встает рядом с другим отношением тождества, отношением мысли с собой.
Это и значит, что он осознает себя как воспроизведение отношения тождества. Это и значит, экспликацию. Если раньше мы воспроизводили отношения с собой, как бы это был бег на месте, то теперь перед нами выстроена эксплицированный бег на месте. То есть одно отношение с тобой стоит рядом с другим отношением с собой, с третьим отношением с собой, с четвертым отношением с собой и так далее. Так вроде бы, если не было бы чувства, то мысли воспроизводить себя не надо, поскольку мысль-то вне времени находится. Она бы просто была бы и все. В общем, если не было чувства, конечно, мысли не было нечего делать. То есть фактически, на самом деле, то, что мысль себя воспроизводит, это принуждает этому чувство. То есть наличие чувства, да, и то, что чувство текучее. Ну или то, что в чувстве предмет, как бы вот он как-то становится, да, вынуждает, как получается, так, мысль воспроизводить себя. Хотя если бы этого предмета не было, то мысль оставалась в покое, в своем тождестве и все. Тут есть какая-то странность, да, что получается, что предмет вынуждает мысль действовать. Ну, видите, мысль отличает себя от чувства в качестве причины чувства. Это исходное. Именно так мысль отличает себя от чувства. Сначала она просто управляет чувством, потом она осознает себя, но в качестве причины чувства. Так, а если бы не было чувства? Себя не осознает. Мысли не надо было бы ничем управлять, она просто находилась в своей стихии тождественности и все. То есть получается, что мысль все-таки, что чувство, как нечто внешнее, вынуждает мысль, да, каким-то действием по отношению к себе. Вот, это богословие, Бог без мира. Что тут можно сказать об этом? Это я понимаю, что об этом сказать. Сам факт состоит, что получается, что Бог не создал мир, что Бог делал. Что мысль не свободна, да. Когда она вступает во власть над чувствами, она тем самым теряет свободу. Потому что она вынуждена теперь совершать действия, которые как бы не относятся к ее природе. Мысль по природе самотождественна изначально, и это не надо никак доказывать какими-то воспроизводствами. Но вступая в соотношение с чем-то нетождественным, да, становящимся, она вынуждена теперь доказывать каждый раз вот эту тождественность. Ну, если угодно, да. Ну, еще раз, вопрос, чем бы была мысль, если не было чувства, да, из области богословия. Итак, рядом стоящие отношения тождества мысли. Отношения мысли с собой. Два отношения, три отношения, четыре отношения. Поскольку каждое отношение, ну, соответственно, и чувство устраивается аналогичным образом. Отношения тождества, чувства с собой, рядом еще одно отношение чувства с собой, еще одно отношение чувства с собой. И все это вместе представлено для мысли. Поскольку отношение мысли с собой и отношение чувства с собой – это вещь, как мы уже определили, вещь, имеющая два и более свойств, то рядом построенное отношение тождества мысли и соответствующие отношения тождества чувства будет уже отношение вещей. Отношение вещей. У каждой вещи сказываются как минимум два свойства. Соответственно, мы имеем наши искомые помидоры и огурец. Один красный и мягкий, другой зеленый и твердый. И имеем отношение свойств, которые относятся к отношению вещей. Отношение свойств, которые относятся к отношению вещей. Если мы берем красный, зеленый, мягкий, твердый, и обе эти пары одновременно относим к отношению вещей. Субъектом здесь является отношение вещей, а предикатом является отношение между отношениями свойств. Красный, зеленый, мягкий, твердый, вместе обе пары берем и относим к отношению вещей. Как место прежде
перемены качеств. Как вещь прежде свойств, а точнее отношение свойств, так и отношение вещей прежде, по той же самой причине. Отношение вещей прежде, чем отношение между отношениями свойств. Для самой мысли отношение вещей прежде. Что представляет собой отношение вещей, которое прежде отношения между отношениями свойств? Это отношение тождества. Вещь есть вещь. Мы говорили, что место прежде, но здесь ни о чем больше сказать нельзя. Вещь прежде свойств. Но это все то, что можно сказать. Но если мы говорим об отношении вещей, которые прежде отношения свойств, то мы говорим, что отношение вещей, которые еще до, как условие сравнения свойств. Вещь существует до и является условием сравнения ее свойств. Отношение вещей до предиката является условием для сравнения их свойств. Красный, зеленый, твердый, мягкий. Отношение вещей прежде свойств. Поэтому мы говорим, что отношение вещей до сравнения свойств есть отношение тождества. И поэтому мы говорим, что отношение тождества вещей есть условие, предпосылка для сравнения их свойств. Субъектом является вещь есть вещь, отношение тождества вещи, предикатом является красный, зеленый, твердый, мягкий. Субъектом является отношение тождества вещей или вещь есть вещь, предикатом является красный, зеленый, твердый, мягкий. Вещь красный, зеленый, твердый, мягкий, который сказывается об отношении тождества вещей. Субъектом является отношение тождества вещей, предикатом является отношение между отношениями свойств. Соотношение субъекта и предиката – это же такой способ говорить о ситуации. Это же не сама же ситуация, правильно? Есть какая-то ситуация, ну, опять я возвращаю разговор к феноменологии, какая-то вот феноменологическая ситуация, а уже как бы логика этой ситуации состоит в том, что мы выделяем субъект, то есть то, о чем говорится, и предикаты как способ об этом субъекте высказаться. Поясняет ли на самом деле вот различение субъекта и предиката в данном случае саму суть дела феноменологическую? Я не настаиваю на терминах. Просто все равно что-то о чем-то. Все равно мы имеем сразу что-то о чем-то, и это, конечно, можно назвать субъектом и предикатом. Все равно сказывается. Отношения между отношениями свойств сказывается, извините, потерял человека. Так что можно, на мой взгляд, можно говорить о субъекте и предикате, но это вопрос... Это же вопрос изложения, да. Но просто изложение, оно же повествует некое обстояние дел, да, которое не зависит от изложения. Может так изложить, по-другому изложить. Или все-таки зависит оно от этого изложения. Обстояние дел само по себе. Вот какая-то феноменология, она на самом деле разворачивается перед нами, да, и мы пытаемся ее передать в виде каких-то словесных конструкций, да, вот. И казалось бы, что сама феноменология не должна зависеть от способа ее выражения. А тут получается, что, понимаете, как бы вот если убрать вот эту вот вашу конструкцию с субъектом и предикатом, непонятно, в чем феноменология это состоит. Хотя. Ну подожди, феноменология, видимо, ближе всего текущая терминология Олега Михайловича, это имеется в виду предметный уровень. Да, на предметном уровне. Происходят все-таки разные вещи, а именно, сначала возникает вещь как таковая, как нечто, имеющее свойства. Потом возникает возможность
сравнение двух вещей. Предметно – это разные вещи. Поэтому тут как бы это не просто язык описания. Да, вот то, что делает мысль, изменяет и то, что есть предметным образом. До того, как мысль не обнаружила себя в качестве причины чувства, не было возможности говорить о вещи. Не то, что говорить вещи, да, но просто ее как бы и иметь предметным образом. Да, здесь важно еще следующее. На уровне сознания вещи я говорил, что мысль сознает себя и одновременно, неразличимо сознает себя причиной вещи. На уровне сознания отношения вещей, когда мысль является отношением с собой, рядом стоит еще одно отношение с собой, еще одно отношение с собой и так далее, возникает другая ситуация. Мысль сначала сознает себя как таковую, как выстраиваемое отношение с собой, в один ряд выстраиваемое отношение с собой, сначала сознает себя как кауза суи, именно как кауза суи, как причину себя, а не причину чувства. Сначала достоверно сознает себя как причину себя, выстраивает отношения с собой, еще отношения с собой, а затем вследствие этого сознает себя причиной чувства. Сначала причиной себя, а потом и вследствие этого причиной чувства. А вот причинение чувства и сознавание для причинения – это один и тот же акт или это разные акты? То есть мысль может быть причиной чувства. Но может этого не сознавать как бы и фактически быть тождеством в предмете, даже не зная об этом. Дает ли что-нибудь сознавание того, что мысль является причиной тождества, чувствует что-нибудь самой мысли? Теперь нет. Поскольку мысль сознает себя как причину себя. Но с неизбежностью она потом сознает себя как причину чувства. То есть остановиться нельзя все-таки. Тут вот, Олег Михайлович, всегда есть вот в философии такая проблема, что мысль ищет какой-то вынужденности, да, вот какой-то необходимости. Да не всегда, это у Гегеля. Но вот у вас тоже получается, вы ищете какой-то вынужденности, да, что надо принуждать. Почему мысль должна себя воспроизводить? Да потому что вот есть чувство, а оно не тождественно. И надо принести то, что, так сказать, этим. Отсталым народом, условно говоря, да, то есть чувство. Принести просвещение, свет просвещения, так сказать, темноте. Но это же вынужденность. Тоже тут нет свободы. Оказалось бы, если бы мысль была бы главенствующей инстанцией, то она просто бы сияла бы своей свободой. И как-то было бы все равно, что там на границе делается. Ну, вообще говоря, да. Когда мысль становится причиной себя, она и в самом деле может уже оставаться причиной себя, и, так сказать, вот, блаженствовать в этом построении отношения с собой, отношения с собой, и уже не двигаться в чувстве. Но она зачем-то все-таки вот с этим чувством связывается. Зачем? Допустим, она осознала, что вот она была причиной тождества чувства, ну и бросила бы это дело, сказала, вот, вот я свободна, там останусь при себе. Откуда такая, я не знаю, такая, как это сказать-то, гуманизм такой, что называется, да? Ну, расточение да. Самого себя, откуда такая? Да, вы сегодня откровенно богословствуете, это называется миссионерством, да. Не, ну приходится, чтобы, понимаете, как надо привязывать какие-то конструкции к чему-то вот осязаемому. Потому что не должно быть все повиснуть просто в логических проходах. Должно быть вот привязки к чему-то, да, вот то, что там можно потрогать руками. Ну, я немножко не уверен, но мне все-таки представляется, что вот это вот движение, когда мы сначала мыслим себя, причиной себя, а затем вследствие мыслить себя причиной чувства, это всего лишь развертка
первоначальная ситуация, когда мысль сознает себя как причину чувств. Мысль изначально сознает чувство, да, это просто экспликация ситуации, когда мысль сознает себя как причину чувства. Мысль сознает себя как причину чувства, экспликацией, развертой этого является ситуация, когда мысль сначала мыслит себя как причину себя, а затем и вследствие мысли себя как причину чувства. Так интуитивно у меня так, то есть это не получается, что мысль может блаженствовать самой себе. Это вложится в часть все-таки определения чувства. Нет, может быть, мысли вообще нельзя оторвать от чувства. Это же другой разговор. Правильно, что форма на самом деле двусоставная, она с одной стороны чувственная, а с другой стороны мысленная. Ну так оно и есть. Действительно так все и представить. Поэтому считать, что какую-то мысленную форму можно отделить, как бы это как бы уже разговор некорректный. Когда мы говорим, что мысль можно отделить, мы невольно предполагаем созерцание. А в нашей конструкции созерцания нет и не может быть. То есть ситуация «я есть я», «когито эрго сум», не дай Бог. Только не это. Только не «когито эрго сум». Это совершенно позор, страшно и поражение. Созерцанием мы не работаем. Если все-таки где-то впадем в созерцание, мы сразу разойдемся, напишем на Боликове Даргасон и разойдемся. Нет, в монастырь. Теология у нас уже разработана. Только в монастырь. Просто разойтись недостаточно. Ну мы пойдем в монастырь как предатели, как Офелия. Ну да. В эфире замануть. А, в этой имени сейчас не сразу пустим. В качестве же святых. Туда пойти. Я как-то забыл, зачем монастырь ходит. Упустил. Да, так вот, в целом обзор вот этих всех трех движений вы его завершили. Вы его завершили, это обзор да. Движений, да? Как бы этого. Такая вещь, получается, все, что можно было сказать, о вещи как бы высказать. Или еще что-то можно сказать. То есть у нас есть как бы. Вещь, да, есть у вещи свойства, есть отношение вещей, да? Ну и, соответственно, отношение свойств. Да. Как казалось бы, как, что тут, ну, по-моему, полная экспликация концепта вещи. Да. Ну, просто не такой простой, как казалось бы. Вот, например, в классической философии как бы сразу все, как там все ясно, да, там даже обсуждение, собственно, вещи, свойства и все. Да, это дается как некое вот... Как отношение. Да, мы ручками вылепили. Вещи, а потом отношение вещей. А даже у Гегеля просто есть вещи свойства как некая мысленная конструкция. Все равно не улавливается. То есть тоже какой-то феноменальный опыт, который покажет на отличие этой ситуации от классической ситуации. То есть должна быть какое-то маленькое зерно гегельского опыта. Пример должен быть? Да, какая-то особенность в опыте, которая указывает, что именно так, а не иначе. Что именно мы имеем дело отношения. На самом деле, знаешь, вот я вот думал над этим, вот есть такое понятие контекст. Мы же, когда говорим о вещи в классическом смысле, там ведь совершенно забываем о том, что вещи, вообще-то говоря, это нечто выхваченное из контекста. Просто... Понятно, что то, вокруг чего можно в пространстве обойти, или то, что можно обязательно... Из фона предпосылать. Да, из фона, выключено. Да? То есть фон как бы становится чем-то несущественным, да, и вот то, что и вся как бы существенность сосредотачивается на неком куске, который можно, ну, там, охватить, да, единым взглядом, там, или обойти, там, или как бы какой-то совершить какой-то вокруг него опыт, да. И мы вещи называем вот именно вот это вот целое, да, в отличие от фона.
А вот в данном случае как бы рассмотрение идет о том, что их фон существенный, потому что везде говорится о том, что везде есть вот некоторое соотношение. Не так, что просто вещь выпущена, да, вот в своем, это в своем как бы о своей объединенности. А говорится о том, что на самом деле всегда надо не одно свойство, а два. Да? То есть никогда нельзя взять нечто как одно. Да, но речь идет как раз не место здесь как раз. По отношению вещи и фона, речь идет по отношению двух вещей. Это понятно, я имею в виду, что похоже. Я говорю, что вот есть некого рода вот такая контекстуальная философия, в которой говорится о том, что ничто не существует отделенно, что все находится в некотором контексте. Ну, и здесь точно так же свойство не существует как отдельное свойство, оно находится в отношении к другим свойствам. Вещь не существует как отдельная вещь, она находится в отношении к другим вещам. И когда мы говорим о месте, это только способ, на самом деле, каким мы подбираемся к этому отношению вещей. Мы говорим, вот место, да, и вот место это же еще не вещь, это просто в этом пространстве мы указываем же вот на нечто, да, вот на какое-то место, да, это какой-то как бы свет, который форма как бы светит, да, вот в становлении. И потом это место, вокруг этого места начинает что-то как бы оформляться, да, потом оно становится вещью, и на самом деле не просто вещи, а отношения вещи. Опять же возникает вот везде вот это вот соотношение, везде контекст. Они просто объединенные сущности, да, вот как в классической философии. Вот достаточно просто взять вещи и забыть про все остальное, да, и ее рассматривать, как бы крутить, вертить, смотреть, какие они свойства обладают и прочее. Вот это вот совсем другой подход, что вот, как бы я его назвал, контекстный подход. Ну, это как бы немножко как-то в сторону, но вот... Нет, это, на мой взгляд, очень кстати, потому что действительно вообще-то философия мы имеем дело действительно вот вещь она достаточно. А в этом построении это всего лишь второе движение в трехчастном построении, где отношения вещей органично вытекают из вещи. Вещь можно понять, пока мы не поняли отношения вещей, как бы мы не достроили картинку. Просто не достроили картинку. Потому что мысль знает себя причиной чувства, но мысль еще не знает себя как причиной себя. Картинка не выстроена еще. Вот. Когда картинка выстроена, мы имеем отношение вещей, и вещь, в общем, действительно оказывается в контексте. Если говорить о... это действительно иначе. Классической философии, да, любой философии вещь самодостаточна. Много чего попадает. Например, попадает понятие вещи как фокуса интенциональности сознания. И да, получается, что сознание это не направлено не на вещи, а на их отношения. И тогда интенция... Так, потому что оно и есть. А интенция, когда уже... интенция тогда получается нет. Когда ты говоришь о том, что нужно предъявить какой-то это феноменальный, это феноменологический опыт, да? То, может быть, об этом и идет речь. Да, то есть опыта феноменологического проживания вещи как вещи, получается, нет. Ну, Игорь, интенция предполагает внешнюю заданность вещи. Да. А разве у Хайдеггера не так? У него же нет просто, так сказать, отдельно стоящей вещи. Она же связана, как мир и мир это любимое. Что все вещи связаны как-то, да, с друг другом, как бы тем, что они функционируют в неком единстве. Там. Топор отсылает, условно говоря, там деревяшки, которые рубят, и в конце концов руки человека, которые им манипулируют, и так далее. И здесь то же самое, есть некого рода такой задел, что на самом деле нет отъединенных сущностей, что все сущности связаны, что они в каком-то контексте находятся. Ну, связано это у Хайдеггера совсем другим способом. Потому что топор отсылает мои способности зарубить березку. Да, правильно, топор и березка связаны. Не березка. Туча отсылает даже. Помните, у нас любимый. Не березка сама. Социального Хайдеггера. Способность моя судьбы березка. Нет, в конце концов. Но весь мир связан через мою способность, как бы соединяется, что топор, березка, там туча, дождь и прочее, что вот эти вот различные феномены, они связаны. И связаны через туча не через доказательства Хайдеггера, а с тем, что надо идти и прятаться от дождя. Вот так. То есть надо взять зонтик, там прятаться от дождя. Все правильно. Субъект это и есть то единство, которое весь мир превращает в нечто единое. Это понятно. Это иначе. Так вот, по поводу феноменальности, нет интенциональности, да? Они... И не может быть, если предмет становится, то есть не предпосылок. Даже у Гегеля предмет предпосылок, что там Хайдеггер. Гегеля и у Парменида предмет предпосылок. Сознание дает ему форму бытия, но он есть. Вот это самое место, на которое я обращал. При всем при этом, ведь нельзя же сказать, что две вещи равна
одинаково наличествует она в нашем восприятии. Ведь одна из них есть, а вторая рядом. Потом вторая есть, другая рядом. Нет? Или можно сказать, что две вещи сразу же находятся в горизонте, в нашем восприятии? Ну, конечно, две вещи. Это стул и стол там, как бы, да? И более того, если мы берем только стул, то есть мы на самом деле как его берем? Мы всегда его берем в отношении того, что на нем можно сидеть. То есть не стул как стул, да, в своей как вот единичности, да, ограниченности, а всегда в связке с чем-то другим. То есть, ну, в частности, субъективная возможность там что-то с ним делать, там сидеть на нем. Ну вы по Хайдегеру. Это по Хайдегеру, да. Это Игорь просто говорит, что берем ли мы вещи всегда объединенные. Даже у Хайдегера мы не берем вещи объединенные. А здесь другая логика, да. Тоже точно так же нет объединения. Но есть же эмпирика, что вижу-то я именно стул. А видишь ли ты стул? Может быть, ты все-таки видишь стул на фоне других вещей? Что тогда у нас является? Разве ты можешь взять стул как бы без относительно других вещей? Что у нас является феноменом отношений? Или стул это уже есть отношение двух вещей к двум свойствам? Феноменально эта картина должна как-то разворачиваться. Она должна появляться как-то. Но мы же всегда можем видеть много вещей. Ни одну вещь. Мы никогда одну вещь не видим. Мы всегда видим много вещей. А может, видим одну вещь, а и сейчас мы мыслим, мыслим. Опыт в полиции. Помните, мы тогда пытались в полиции понять так, что можно в неком экстатическом опыте как бы, сделать так, что вода будет то, что есть все. Но такой опыт возможен для нас. Мы всегда воду видим на фоне там, земли, огня и прочего. Всегда на фоне как бы, другие стихии. То есть мы воду как воду у ее пути взять не можем отдельно. Всегда есть множество. Я не вижу феноменальной трудности увидеть две вещи сразу. По-моему, это и так, в этом опыт феноменальный состоит, что я вижу сразу два стола, два стула, там, двух человеков, человека и стул, человека на стуле, под, стул, да? Под стулом, да. Длительные тренировки, наверное, сказать. А почему? Я тоже скорее вижу всегда многообразие вещей. Я никогда не вижу одну вещь. Я всегда вижу много вещей. И более того, как бы вообще опыт одной вещи для меня, например более как бы, проблематичен. Как увидеть одну вещь, когда я вижу сразу много? Ну, Игорь говорит, что либо одну на фоне другой, да. или две одновременно. Как бы равнозначно. Мне кажется, что простой, банальный опыт две равнозначны. Хотя психология говорит, конечно, что любая психология говорит, что одно на фоне другого. Но она, может быть, наследует классической традиции, к которой мы привыкли просто уже, да? Что вот воспринимать можно нечто одно. А вот если взять какой-то гипотетический объект, который принципиально такой же, как другой, например, электрон. Электрон принципиально такой же, как другой электрон. Что это значит, когда мы его мыслим? А это я сообразил, между прочим, этот тезис, что вещи тождественны, вот мы на этом остановились, а чувства различные, а свойства различные. Угу. Я один раз даже упорюсь эту проблему, ведь бывают свойства одинаковые. Да, у электрона. Да, вот два близнеца. Я не вижу разницы между ними. Она, конечно, есть, но я ее не вижу. Я вижу двух совершенно одинаковых человеков. Тогда это что означает? Это позавчера сообразил. Это означает, что сохраняется ситуация вещи есть вещи. Сохраняется творчество вещей. Мы изначально вещи есть вещи являются условием сравнения свойств. Если я сравниваю свойства, все свойства одинаковые, рост, вес, цвет глаз, цвет волос, я остаюсь в ситуации вещи есть вещи. Поэтому свойства только различают. Тождественные свойства нам неинтересны. Они не... Отсюда неразличимость электронов. При тождественности свойств, если морковка красная такая же, как помидор, то мы возвращаем к ситуации вещи есть вещи. В этом отношении, в отношении цвета, морковка и помидор возвращаются, откатываются в ситуацию вещи есть вещи. То есть мы еще не двинулись с этой ситуации. Если два принципа одинаковые, если два электрона одинаковые, мы просто остаемся в ситуации вещи есть вещи, в отношении тождества вещей.
Мы не говорим электроны и селектроны, мы говорим вещи эти вещи. Если у нас электроны одинаковые, а мы говорим, живем только в мире электронов. Значит, мы живем в мире тройства вещей без свойств. Тройство электронов означает отсутствие свойств у электронов. Что, кстати, похоже на то, что говорит физика. Но нет внутренних свойств электронов. Поэтому этот тезис сохраняется, несмотря на то, что есть вещи с разными свойствами, одинаковыми свойствами, мы все равно имеем этот вот тезис. Между вещами отношения тождества, а между свойствами отношения различия. Иначе не получается понятие... Или задать внутренние свойства. И потом феноменологический опыт, это тоже к феноменологическому опыту. Значит, тождество вещей, о котором сказывается отношение между отношениями свойств. Замечу еще, что свойство должно быть по крайней мере четыре. Опять же, классическая логика говорит о том, что мы сравниваем вещи сначала по цвету, потом по твердости, потом по форме, потом по величине и так далее. Это в нашем построении это совсем не так. Нам по крайней мере отношения, два отношения свойств. То есть мы одновременно сравниваем мягкость с твердостью и красноту с зеленым. Одновременно сказывается в отношении свойств. И это единственно возможно, потому что если мы возьмем одну пару свойств, как делает классическая логика, например, по цвету, красно-зеленый, то отношение вещей не будет различено с отношением свойств. Это будет одно и то же. У нас не получается понятие свойства. А поскольку для сравнения по цвету совсем не нужно сравнение по твердости, а для сравнения по твердости совсем не нужно отношение цветов, то мы все время, если будем сравнивать пары независимо друг от друга, а так и происходит в классическом построении. И оно претендует на феноменологию, потому что мы вот берем, вот по цвету берем, помидор огурец, вот по твердости берем, вот по форме берем, один круглый и продолговатый. Такого опыта нет феноменологического. Его просто нет, потому что в каждом отдельно взятом случае, все они независимы друг от друга, отношение свойств совпадает с отношением вещей. Вы не можете построить ни логический, ни феноменологический опыт сравнения по отдельности, по цвету, твердости, форме, размеру и прочее. Ни логический, ни феноменологический. Вы не отличите пару свойств от пары вещей. А логическая форма такого классического сравнения, общепринятого, я уже говорил, выглядит именно так. Отношение помидор-огурец есть отношение красного и зеленого. Отношение помидор-огурец есть отношение мягкого и твердого. Отношение помидор-огурец есть отношение круглого и продолговатого. Вот логическая форма такого рода сравнения. Но оно невразумительное, не логически, не феноменально. Оно просто не получается. Вы теряете ситуацию вещь-свойства. Поэтому нужно сравнивать сразу и по цвету, и по твердости одновременно. Тогда сохраняется ситуация субъект-предикат, вещь-свойства. Только при этом условии. Два предмета, четыре свойства. По крайней мере, четыре. Ну, разумеется, минимально. По крайней мере, два предмета и по крайней мере, четыре свойства. Предмет находится в отношении тождества, свойство в отношении различия. Итак,
отношение вещей является предпосылкой для сравнения свойств, для отношения свойств. Поэтому сначала мы делаем утверждение отношения тождества, вещи есть вещь, затем делаем утверждение различия. Красный, зеленый, твердый, мягкий. Красный, зеленый, твердый, мягкий – это уже после того, как вещь получает определение, то есть когда свойства начинают сравниваться, сначала вещь есть вещь, а потом свойства начинают сравниваться. В результате сравнения свойств мы получаем определенное отношение вещей по цвету, твердости и прочее. Это определенное отношение позволяет нам говорить уже не о вещи, а об определенной вещи. Если отношение становится определенным, то мы говорим уже не о вещи как таковой, не просто о вещи, а об определенной вещи. Через отношение сравнения мы получаем определенность отношения вещей. Поэтому мы имеем основание называть вещи уже не вещью, а помидором, не вещью, а огурцом. И отношение у нас уже не вещи есть вещь, а отношение помидор и огурец. Но помидор и огурец здесь еще не являются самостоятельным носителем свойств. Потому что только отношение тождества, напомню, является основанием для сравнения свойств. Поэтому отношение помидора и огурец, когда мы говорим красное, зеленое, мягкое, твердое, то не совсем понятно, это сказывается об отношении помидора и огурец, или это сказывается об отношении вещи с вещи. Потому что и помидор, и огурец еще не являются самостоятельными носителями свойств. Опять же, потому что вещь в классической философии самодостаточна. Всегда. Спиноза говорит, даже Бог есть вещь, которая и так далее. Имеет такие-то свойства. Использует слово вещь как нечто абсолютно самодостаточное. Так вот, отношение помидора и огурца непонятно, это отношение помидора и огурца или это отношение вещь-вещь. И только когда мы говорим помидор есть помидор, то есть берем другой помидор, в котором видим только помидор, то есть только красное и только мягкое. Отношение помидор есть помидор является субъектом, носителем свойств. Помидор есть помидор, огурец есть огурец. Берем другой огурец, который, соответственно, только зеленый и только твердый. Мы не видим больше ничего в помидоре, кроме того, что он помидор. Как вещи не видели ничего, кроме того, что она вещь. Но отношение помидор есть помидор также не является стоящим отношением, потому что оно рассматривается как субъект свойств. Вещи есть вещь – это основание для сравнения свойств. И помидор есть помидор – основание для сравнения свойств помидора. Установив отношение помидора есть помидор, мы говорим, что один темно-красный, другой светло-красный. Один мягче, другой более мягкий, другой менее мягкий. Один мягче, а другой просто мягкий. А вот у Гегеля есть такое различие, что есть как бы свойства, которые являются, если так просто говорить, чем-то внутренним, да, что определяет вещи, а есть свойства, которых вещи отличаются от других вещей. Еще? Ну вот есть как бы для себя бытие, да, если говорить гегельскими терминами. И определенность для себя бытия, она не зависит от того, есть ли нечто иное или нет. Она просто определяется сама из себя. Она для себя определяется. А есть как бы бытие для иного.
То есть вещь проявляет свойства в том смысле, что как бы соотносясь с иным, она вдруг обнаруживает, что она не просто так, как вы говорите, красная, а на самом деле определенного оттенка красного. И не просто там зеленая, а определенная оттенка зеленого. То есть на самом деле как бы свойство внутри себя разделяется на два вида. На вид тот, который определяется независимо от того, есть ли соотношение с иным, вот как для себя бытие. И на то, как, которое определяется только в зависимости от того, что, с чем они сопоставлены. У нас нет для себя бытия, у нас не получается. Вещь есть вещь, это исходное. Исходным является отношение. Вот эта картинка, которую я просто рисовал, я немножко поаккуратнее нарисовал. Вещь есть вещь, ступенька, потом помидор есть помидор, ступенька. Логика вот такая. А классическая философия движется вот так. Классическая философия говорит вещь. Ну потом могу сказать. Да. Вещь, потом помидор, огурец, потом помидор такой-такой, огурец такой-такой. Это классическая философия, аристотельская логика. А в нашем построении вещь есть вещь, вниз помидор, огурец, помидор есть помидор, вниз помидор одного сорта, помидор другого сорта. Да, да, потом помидоры одного сорта, опять же, правильно, помидоры этого же сорта, и так можно до бесконечности идти до границы ограничения. Но получается, что в классическом действительно понимании самое главное, что вещь самодостаточна, она как субъект какой-то, да, который обладает предикатами изначально. А у нас получается, что вещь обретает как бы свою содержательность постепенно по мере как бы ее конкретизации. Так вещь становится, как было изначально, самого первого шага. А форма равна себе. Форма воспроизводит себя как равенство себе, вещь есть вещь, помидор есть помидор, огурец есть огурец. А предмет становится, вещь есть вещь, потом становится помидором, но еще не совсем помидором. Помидором становится в ситуации помидор есть помидор, как носитель свойств. Но помидор есть помидор опять-таки понимается сразу как носитель свойств, значит, надо искать темное, более темное, темно-красный, светло-красный, мягче. То есть, чем больше соотношений, тем больше конкретизации. Да, уйдет предмет. То есть, просто та же самая изначальная логика получается. То есть, это классическая философия конкретизации, и здесь конкретизация. Но, как говорил в прошлый раз, в чем существенная разница? В классическом построении вещь живое и мертвое. Живое растение, животное. Когда мы разделили вещь на живое и мертвое, а потом стали делить живое на растение и животное, мы забыли о мертвом. Мертвого нет. Чтобы разделить живое на растение и животное, о мертвом помнить не надо. Лучше даже забыть. Она мешает. Каждый раз обособляем. Да, каждый раз забываем, обособляем. Здесь же происходит конкретизация. Что происходит? Ничего не исчезает, все остается. Все остается. Вещь есть вещь, помидор есть помидор, помидор одного сорта, помидор другого сорта. Ничего не исчезает. Помидор и огурец мы должны удерживать, чтобы различить помидоры. Помидор и огурец мы должны удерживать. То есть что мы должны удерживать? Мы должны удерживать красное и зеленое, удерживать. Отношение красного и зеленого конкретизируется в отношении темно-красного и светло-красного. Отношение красного и зеленого конкретизируется. У нас что получается? Темное и светлое по свойствам. Темное и светлое – это исходное. Так задается цвет. Одним темным или одним светлым вы цвет не зададите. Темное и светлое конкретизируется. Темное. Отношение темного и светлого конкретизируется в отношении красного-коричневого. Красное-коричневое конкретизирует отношение темного и светлого. Вы не забудьте про светлое, когда разбираете два темных. Красное и коричневое. Вы не можете забыть о светлом. Отношение светлого и темного конкретизируется в отношении красного и коричневого. А с другой стороны, отношение темного и светлого конкретизируется в отношении синего и зеленого.
отношение синего и зеленого конкретизируется в отношении светло-синего и темно-синего, которое конкретизирует отношение синего и зеленого, которое конкретизирует отношение темного и светлого. И так фактически до бесконечности. Но вы не забываете, ничего не забываете, все. Отношение темного и светлого сохраняется. Отношение светло-синего и темно-синего конкретизирует отношение синего и зеленого, которое конкретизирует отношение светлого и темного. Это совсем другое построение, нежели классическая развилка. Классическая развилка, она вообще забавная. Там ведь как получается? Цвет – звук. Цвет. Ну, что мы задали? Феноменологически, Юрий. Что мы задали за отношением цвета и звука? Что мы задали? Звук мы задали, или цвет мы задали, отношение цвет-звук. Потом цвет делится на светлое и темное. Про звук, естественно, забыли. Потом светлое делится на синее и зеленое, про темное мы забыли. Темное нам уже не нужно. Когда мы делим светлое в классическом построении, темное мы забыли. Но изначально, да, это ладно, забыли и забыли, как хотим помним, хотим забываем. Но исходная задача цвета в классическом построении возможна только через отношение к звуку, к нецвету. Иначе никак. То есть наверху стоит, мы не знаем, что такое вещь, мы знаем, что вещи бывают только живые и неживые. Такую вещь мы не знаем, потому что вещь не может определиться через невещь. И так везде, также цвет, мы не знаем, что цвет, мы знаем, что цвет бывает светлый и темный. Потому что цвет дается через звук, что смешно, или через запах. То есть начать это построение классическая логика не может. Ни вещь, ни цвет не задается. Вещь через не вещь не определяется, цвет через звук тоже не определяется. Цвет как данность, он данный, все как бы ясно, что это такое. Ну, больше никто не объясняет. Феноменологически это не ясно. А вещь и логически не ясно, что это такое. Потому что бытие через небытие логически не задается, феноменологически тоже не задается. Сейчас же в современной философии есть проблема квалия, да, вот, она как раз пытается понять, что такое цвет как цвет, то есть красное как красное. Это вот такое тупиковое, по-моему, как бы обсуждение там, которое, возможно, задумал как раз классический парадигма. И мне еще вот где-то я встретил у Гегеля, когда он Канта критикует, он указывает на то, что но ведь есть один, только один синий цвет. То есть для него синий цвет один. Он как бы не раскладывается там на оттенки, да, на множество, он просто один. И, видимо, цветов существует ровно столько, сколько там задано, сколько, 7 цветов там, правда? Ну вот так, конкретизация происходит так, как происходит. Вещь есть вещь, помидор, помидор и так далее. Отношение помидора и огурец конкретизируется в отношении помидора одного сорта, помидора другого сорта. Совсем ненормальная логика. Не, ну почему? Если форма как бы первична, да, и, собственно, форма вносит в мир всю содержательность. Так оно и должно быть. Не должно быть так, что как бы вся содержательность сразу развернулась. Она должна постепенно разворачиваться по мере как бы вхождения формы, что называется, да, по мере того, как форма все больше и больше власти обретает, если так можно говорить. И, наверное, есть какие-то пределы этой власти, потому что все-таки становление тоже остается в каком-то. Ну, оно же тоже присутствует. Можно ли эту конкретизацию довести до какого-то там, до бесконечности? Можно ли конкретизировать? То есть вот в нашей логике происходит конкретизация отношений. Без потери какого-нибудь части. В классической логике конкретизируется понятие. Вещь делится на живую и неживую. Цвет делится на темное и светлое.
Здесь понятие цвета, которое неизвестно, как задается, еще раз скажу, совершенно непонятно, как он задается, ни логически, ни феноменологически. Понятие цвета, которое делится на светлое и темное. У нас есть понятие светлого и темного, которое конкретизируется в красном и коричневом, в отношении красного и коричневого. Отношение светлого и темного, которое конкретизируется в отношении красного и коричневого. Все на сегодня.